Климатические вызовы относятся к числу наибольших угроз для устойчивого развития, что необходимо учитывать в целях адаптации и смягчения воздействия на климатическую систему. Какие существуют изменения климата и их последствия для природных и социально-экономических систем, рассказал студентам Института экологии и природопользования КФУ профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Юрий Переведенцев. 15 градусов мы к ним привыкли, все сбалансировано более-менее. Но ожидать 17 градусов, а выше никак нельзя. И поэтому все меры предохранительные, они сейчас направлены на то, чтобы не допустить 17 градусов среднего плана температуры. Потому что в данном случае уже все процессы, земные процессы, в животном мире, так сказать, там, растительные сообщества, да, они будут нарушены, и сильно нарушены. Вот. А за счет чего это может произойти? Это за счет человека. Потому что ведется сжигание ископаемого топлива, здесь уже геологи виноваты, они открывают эти месторождения. Сжигание происходит, и температура повышается. Как отметил профессор, за последние 100 лет температура повысилась на 1 градус за счет антропогенного фактора. То есть это уже влияние человеческой деятельности на нашу планету. По словам Юрия Переведенцева, прежде всего нужно сохранять баланс. Нельзя превышать, переходить через 2 градуса. Будем больше иметь недостатков, чем положительных. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.